Идешь, Анатолий. А, очки сейчас надену. Хочешь, один не хочешь, потом, когда после старта. Так удобнее бежать будет. Хочешь сразу? Да, я думаю, сразу. Давай. Как тебя зовут еще? Миша, да? Миша, да. Это Миша, Михаил из Питера. Ребят, мы сейчас находимся на высоте 2700 метров, 750 метров приблизительно над уровнем моря. И готовы сделать параплан, полетать на параплане. Поэтому мы немножко разбежимся. Вы сейчас увидите, как мы это сделаем. И залетим. Держу. Вот. Смотрите, следите, наслаждайтесь, приезжайте, если захотите полетать, будем вам рады. Так. Видео будет писаться все время, да? Писаться все время будет, угу. Ты потом его можешь немножко подрезать, чего-то угу. Как-то сделать, или скачать можешь. Не проблема, ты уже как-то захочешь. Так, мы готовы. Сначала мы быстрым, медленным бегом двигаемся вперед. Угу. Направление смотри, вот это направление. Готов? Горка? Вот там вдалеке горка. Да. Дим, ты с ней стартанешь? Да. Стартанешь, да? Да. Хорошо. Вот не горка, немножко левее, вот туда. Правее. Левее, наоборот. А. Вот эта горочка, видишь? Я вон про ту говорю, вон там. Да, вот туда. Да. Сейчас идем, побежали. Побежали. Давай, давай, садись. Садись, садись. Все, садись. А, все. Коленку правую вверх сделай. Хорошо, левую вверх сделай, хорошо. Удобно сидишь? Офигенно! Ну все. Мы взлетели. Да. Летим. Летим. Наслаждаемся полетом. Вот. Летим, наслаждаемся полетом. Супер. Посадочка будет в районе 1900 метров, то есть перепад 800 метров по уровню моря. Ну, приблизительно я планирую сделать так. Пару кадров тебе сейчас сделаю справа сзади. Таких симпатичных. Погода шепчет просто сегодня, конечно. Единственное, канатку нам немножко выключили. Это все не важно. Это все не важно. Ты просто посмотри, вот. Вот. Я первый раз вообще в горах побывал. Мне было 5 лет, меня дед взял с собой за грибами. Да. Я родом из Казахстана, из Алматы. Понимаю. У нас горы там везде. Знаю. Вот. А потом, соответственно, Альпика, Сочи, Роза Хутор, Вархызи, соответственно. Понеслась. Да-да. В общем, как говорится, круче гор могут быть только горы. Да, лучше гор, конечно. Вот, честно говоря, я тебе завидую именно белой завистью, когда ты начал говорить про Непал, да, ну то есть Гималайи. Супер вообще. Более недалеко из Киргизстана, да? Вот очень недалеко. Ну, условно, да, там чуть южнее, если будем говорить, Киргизия, да. Потом идет Афганистан, потом уже Пакистан. На самом деле, вот честно, немножко боязно сейчас. Ну, не знаю, вот поток ветра, он не, так скажем, не постоянен, да? Вот сейчас ты чувствуешь восходящий поток. Да, да, да. И вот когда начинается немножко вот, ну, какая-то то ли качка, то ли что, ну, как-то не по себе. Да, ладно. Не, только... Перестань. Это я делаю поворот просто в восходящем потоке, чтобы крутиться, высоту набрать. Да, не больше, не меньше. Прям вот вообще чуть-чуть. Ничего с этим. Блядь, да. Круто. Надо подержать высоту. А за нами сразу стартуют, ну, Дима, другие. Да? Ага. Не, ну то другие ребята полетели, вот, которые я говорил, они с того места. И там очередь целая. Они в основном так с турфирмами.
Ага. Вот. А у них как бы... Ну, понятно, понятно. Да, и привозят просто людей, они там отстёгивают. Вот я как бы сейчас не умею, поэтому мне меньше полетов лучше, чем... Угу. Но качественных, чем... Ну, вот я уже накатал, больше 10,5 тысяч полетов, тандемы только коммерческие. Вообще за всю мою карьеру, прям, скажем так, лёгкую. И я согласен делать меньше полетов, но более качественных. Вот. Удовольствие. Анатолий, а вот как потом можно будет видео это взять? Видео это взять? Ты найдешь на YouTube канале. Ага. Очень-очень люблю. Mm-hmm. Завтра, где-то в районе 10 утра, оно уже будет опубликовано. Отлично. До этого, ну я в Грузии первый раз, а у меня супруга три раза была до этого. Вот. До этого катались в прошлом году, ну, примерно в это же время, на Домбае. Ну я тебе должен сказать, конечно, небо и земля. Там трасс гораздо меньше. Мне показалось, что здесь трассы, ну, во-первых, их больше, а во-вторых, они гораздо интереснее как-то. Ну, в плане того, что... Ну, нет такого особого экстрима. Вот на Домбае для меня, как для... Ну, я, можно сказать, новичок все-таки. Yeah. Ну, периодически было достаточно круто. Периодически? Да, ну, я имею в виду по трассе. Есть такое. Ну, с одной стороны круто, с другой стороны. Все Гудаури на ладони. А нижний Гудаури на Марко Поло. А Марко Поло где? Ну вот видишь, Г-образная такая вот. А. Так, ну тут их несколько. Вот лэпка идет, вот. Если я, конечно, не встречу мегапоток, не накручу высоту, то я вернусь. Пока что я